Путин и его шайка готовы стрелять по людям на митингах, если народные волнения будут усиливаться? Я думаю, что да. Потому что эти запреты все непонятно для чего. Просто народ боится, я думаю. А так бы вышли бы и высказали бы ему все, что о нем думаем. Он бы рад не был. То есть еще мы услышим, что кого-то застрелили, да, на митинге менты? Я думаю, что да. Нет, не готов. Не будет, да, он этого делать? Не будет. Я бы не хотел бы политические вопросы, извините. Слово «режим» вообще не упоминал, потому что как-то оно некорректно. Это слово «режим» — это что у нас тут? Пиночет, что ли? Чили какое-то? Я очень как бы с уважением отношусь к нашему президенту и считаю, что он делает все возможное. Ну вот готовы они к силовому подавлению? Я не знаю, что значит. А кого надо подавлять-то? А вы не слышали про митинги? Ни про 26 марта, ни про 12 июня, не? Нет. Да, готов. Да, я считаю, готовы. Где-то через полгода, возможно, уже. То есть там будут убивать уже на митинге? Могут, да. Да, готовы. Да, мне кажется, да. То есть будут там убивать, да, на таких митингах? Да. Я считаю, да. Потому что сейчас, в данный момент, можно ожидать чего хочешь от этого. Мне кажется, нет. 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 Нет? Нет. Возможно. Будут, да, выстрелы? Возможно. Я думаю, навряд ли. Навряд ли. Ну, власть должна держать все в руках. Иначе зачем она нужна? То есть готовы, да, они к силам? Не знаете. Без понятия. А мнение есть? Ну, я буду разочарован, если они не смогут. То есть надо стрелять, да? То есть, если на тебя идут с ножом, то в принципе... Нет, мы имеем в виду митингующих. Вот 12 числа митинг был достаточно... Чушь не несите, пожалуйста. Как государство и власть заботятся о вас? Вот можете какой-то пример заботы привести? Я считаю, что прежде всего каждый человек сам о себе должен заботиться. Ну, они берут налоги не просто так же. Ну, каждый нормальный человек должен платить налоги. Зачем, если о них не заботится государство, которое их собирает? Я думаю, что это внутреннее состояние человека. То есть, в моем понимании, что мы должны содержать... наших пенсионеров, людей, которые не могут себя сами обеспечить. Это нормально. А по мне хорошо. А вот пример какой-то заботы. Один хотел. Работы обеспечивают. Никак. Не очень. Не заботится, да? Да. Шикарно заботится власть обо мне. Чего она делает-то для вас? Власть? Ничего, в принципе. Да никак, не заботится, по-моему. Не можете, да, пример привести? Вообще никакой. Выживание, одно выживание. Больше ничего. Пример заботы? А в какой сфере заключается ваша? Вообще, вот в любой, вот чтобы о вас заботилось, это государство. Социальная функция, да, государства, вы имеете в виду? Как власть заботится обо мне, обеспечивает мою безопасность. А, то есть вы себя в безопасности, да, ощущаете? В полной. Никак, по сути. Никак? Вот не можете никакой пример привести ее заботы? Ну, заботится. Ну, мало заботится, потому что много обещают и мало чего выполняют. Ну, социальные гарантии хотя бы. Какие? Ну, как? Такие больничные, путевки у нас есть, что да, еще? Да, бесплатный проезд. Да, для пенсионеров. Кому бесплатный? Для пенсионеров. Сотрудникам, например. То есть все-таки, по-вашему, у нас заботится о нас государство, да? В какой-то мере, да. Не трогают и то хорошо. Это забота, да? А? Это забота такая, да? Ну, она, в общем-то, не обязана о здоровых, нормальных гражданах заботиться. Ну, они же налоги собирают. Ну, надо же нас охранять, защищать и так далее. Это их обязанность давать государству пенсии. Это нормально?